Здравствуйте! Сегодня многие отмечают Старый Новый Год. Новый Год по старому стилю. И мы хотим присоединиться к поздравлениям и, конечно же, рассказать вам стихотворение Сергея Михалкова «Елочка». В лесу стояла елочка, зелененькая и челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие. В один из зимних дней лесник решил срубить ее. Так показалось ей. Она была замечена, была окружена. И только поздним вечером пришла в себя она. Какое чувство странное. Пропал куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях. Блестают украшения. Какой нарядный вид! При этом, без сомнения, она в лесу стоит. Не срубленная, целая, красивая, крепка. Кто спас? Кто разодел ее? Сынишка лесника. Со старым Новым годом, друзья! Слушайте стихи вместе с МТС!